Разные есть вещи богослужения. Есть такие чисто практические, которые только здесь, на земле, а на небе не нужны. Но есть довольно много того, что именно является отображением небесной литургии. Литургия из трех частей состоит. Первая часть подготовительная называется проскомидия. Священник приготавливает вещество для литургии. Хлеб и вино. С определенными молитвами. Там разрезает, агнец просару большую с печатью. В чашу наливают вино с водою. И из просфора вынимают частицы по тем запискам, которые люди дали. Она совершается в алтаре. Для людей часто неизвестно, они не знают даже, что, как это все готовится. Я священником стал в 55 лет. Наверное, самое радостное, самое неожиданное, самое дорогое, что могло произойти в моей жизни. Бога я не знал, конечно, в детстве, юности. Хотя жил в таком удивительном городе, в Тбилиси. Но жизнь духовная шла вот чисто параллельно. А где крёстный? Вы крёстный, да. Вы сегодня причащались и вы приехали. Ну тоже да, мы были, да. Так, все. Изначально я пережил такой некий страх смерти, по-моему, в школьном возрасте. Помню это состояние, когда я настолько углубился вот в эту тему о смерти, мне стало настолько жутко страшно. Это не просто, это вот умрешь, и тебя никогда не будет. Никогда. Все будет продолжаться. И непонятно, а для чего тогда вообще все? Для чего в школу идти? Я тогда в школу в тот день даже не пошел. Думаю, а какой смысл, если я умру? Подарили мне Евангелие, потом какие-то личные контакты с людьми, которые там были в состоянии клинической смерти. Ну, в общем, наступил какой-то критический момент, когда вдруг четко понял, что смерти нет. Во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. Молодец, умница, молодец. Берите его. Вот так, умница. Екатерина, во имя Отца, аминь, и Сына. Это была для меня такая радость, вот некий, Пасха такая была. Вот. Я это некое потрясение было, даже близкие мои, скорее всего, подумали, что у меня там крыша поехала, я стал всем говорить об этом, мне хотелось со всеми делиться. Это где-то было по 30 лет. Был некий потом поиск Бога, путь некий, я там ходил по всем храмам, мне совершенно было все равно. Там католические, потому что в Тбилиси были католические храмы, и такие армянские, вот монофизитские, грузинские, русские. Наверное. После армии я поступил в Рязанский радиотехнический, поступил туда вот так, методом тыка, потому что я закончил там техническое училище, радиотехническое, мне захотелось продолжить. Приехал в Рязань, представляете, с теплого Тбилиси, в Рязань, я даже не знал, что надо там перчатки надо иметь, шарфик, приехал, поступил, познакомился с матушкой своей, она тоже училась в радиотехническом. Потом мы с ней ехали в Тбилиси, сначала был там заведующим телевизионного ателье, потом перешел работать на танковый завод. У меня все это параллельно шло с духовным поиском, там все, потом все стало рушиться, Советский Союз. Что-то надо было делать, чем-то заниматься. Ну вот уже с этим знанием того, что смерти нет, я еще лет 10 прожил, пока не пришел вот сюда, вот этот храм в Пучково. Я к нему шел, наверное, вот 40 лет, к этой первой своей исповеди.
у отца Владислава Свешникова. И тут была поставлена некая точка. Я понял, что все, я нашел то, что я искал. Один некий такой этап духовной жизни. Это первая поездка на Святую Землю. Это, скорее всего, один из основных моментов в жизни и в пути моем пути к священству. Это я там познакомился со слепоглухими. Там меня простянула мысль. Хорошо бы помочь обрести слепоглухим духовное зрение, духовный слух. Что вот телесно как бы это физически трудно, хотя Богу все возможно. Вот духовно хорошо было бы. Вот эта мысль как так она и осталась. Когда владыка Ювеналий одел мне филонь, крест и все остальное, и когда я понял, что все, вот я стал священником, знаете, это просто нечто, это невозможно передать. Это такой некий удар благодати. Мне хотелось служить вот все время. Первые крестины, первая исповедь, первая литургия. Новые ощущения после литургии, когда ты чувствуешь, что ты весь опустошен. Такого в миру не испытывал никогда. Там, когда понимаешь, что надо немножко посидеть. Да? До священства у меня такой необходимости у меня не было никогда. Первый раз, я помню, поразило, знаете, что когда мне надо было потреблять, я взял чашу, посмотрел, и там вот эти частички, это ведь души, за каждой частичкой человеческая душа, там столько человеческих душ. Я понимал, что я должен в себя это все вместить. Какая величайшая ответственность, какая радость непередаваемая. Потом, начиная с возгласа «Благословенно царство», начинается вторая часть литургии, которая называется «Литургия оглашенных». В древности людей долго готовили крещение, называли их оглашенными, то есть тех, которым оглашают веру, рассказывают веру. Вход с Евангелием символизирует, что Христос выходит на проповедь. Садил Бог мне вот, по благословению отца-настоятеля окормлять казаков нашего прихода. Конечно, для меня это был шок. Я переживал, потому что это ответственность, серьезная ответственность. Что с ними делать для того, чтобы они делом занялись? И я вот задался вопросом, а не окормлять ли нам детские дома? Это самое из детского дома. Для меня это немало знакомо. То есть я это пережил сам. Знаю, что очень многие из детдома в тюрьмы попадали, и кто-то и погибали, и наркоманы, и самоубийства, ну, разного рода все было там, да. И всегда говорили, что из детдома никто хорошим не выходит. Конечный итог, как и ясен, либо тюрьма, либо их убивают, либо спиваются, либо еще что-то. Ну, я это тоже, конечно, анализировал, тоже этого боялся, что со мной это тоже может произойти, потому что действительно ты брошенный, ты никому не нужен, ты никому не интересен. Мне перевели в детский дом в возрасте 3 лет. И вот
сам период, он, конечно, был очень сложный, потому что детский дом это республика Дагестан, сам я родом из Дагестана, по национальности я даргинец, один из таких вот ведущих наций Дагестана, такие самые углубленные мусульмане. Был такой один момент, когда собирали документы о переводе меня из Дагестана в Калугу. Мне сказали потом, что задавали вопрос моему отцу, вы действительно отрекаетесь от своего сына? И мне сказали, что он отказался от меня очередной раз. Я писал ему письма тоже, да, несколько раз. Мне вот директор детского дома в Дагестане говорил, что попробуй написать ему письмо. Я писал ему несколько раз, чтобы он приехал, чтобы мы с ним познакомились, чтобы пообщались с ним, да. Ни ответа, ни привет, как всегда. Мне интересно было Москву съездить. Я поехал в Москву, прогулялся по Москве и столкнулся в Останкино, там по дворе был там такой игумен Феофилакт. И он мне предложил, говорит, съезди, говорит, в Оптину пустынь. Я говорю, а что такое Оптина пустынь? Он говорит, это монастырь под Козельском. Уникальный монастырь. Рассказал мне о старцах оптинских. Конечно, было интересно, в то же время ново. Вот. Ну, я, естественно, собрался и поехал. Просто взял, собрался и поехал. И я приехал, и все. Я увидел вот эти купола, я увидел этот монастырь. Для меня это было все. Я, знаете, как такое внутреннее ощущение, как будто вот пришел к себе домой. И жизнеподателю приди, и селись в ней, и очисти на всякие скверны, спаси, блажи души наши. Святые Божества, ты крепкий, святые бессмертные, помилуй нас. Святые ну, конечно, период пятилетней жизни в монастыре, для меня это было, конечно, очень интересно. Вот я 4 года прожил в монастыре Тихонова пустыни, и отец Тихон меня благословляет на север. Соловки. Тоже мне очень понравилось. Конечно, для меня эта картина была тоже север, суровый. Такие вот, такая большая крепость. Стены такие действительно вековые. Я очень хотел в Лавру съездить преподобному Сергию, поклониться его мощам. Решил по пути заехать сюда, повидать ребят своих, с кем я познакомился на Соловках. И заехал сюда, и вот как-то я проникся к отцу Леониду, настоятелю этого храма. Рубачка, вот благословите, я попробую. Жил, я трудился здесь, был просфорником, алтарником, певчим. Простепимше божественных святых бессмертных небесных и жетворящих страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодати. У меня тенор. Все хотели, чтобы я все-таки там украшал службу тенором, диаконом там, да. Я, конечно, мне это было интересно, но в то же время я не ставил себе задачу быть диаконом. Я хотел быть пастырем, то есть именно священником, стать у престола Божия, и в первую очередь молиться за свою семью, просить милости за свой приход. Священник, он, помимо того, что действительно занимается главным, это литургической жизнью, да, стоя у престола, но еще заниматься деятельностью социального служения. Многие говорят, ну вот, они понадевали формы, кто-то там понадевали, получили себе там звания какие-то там, приобрели там еще что-то. Не был казаком, и тут бах, казак стал, да. Конечно, действительно, многие задаются вопросом. Трудно им, правда, трудно, но при этом они стараются, показывают именно свою жизнь, доказывают. Они исповедуются, причащаются, живут духовную жизнь. Сообщество Великого Войска Донского перед всемогущим Богом и Евангелием, животворящим Христом. Свято клянусь, свято хранить верность Матери Родине. Они стараются. Вот что самое главное. Здесь важно не результат, а действие. Они должны делать. Они делают, стараются, делают. Я всегда возвращаюсь к тем словам Евангелия, когда апостол говорит, во Христе нет ни эллинов, ни иудеев, ни раба, ни свободного. Все мы Христе Иисусе едины. То есть нет нации. Христианин – это не нация. Третья часть литургии, литургия верных, заключается именно в освящении уже тела и крови Христовых. И люди причащаются. Понятно, причащаться уже могут только крещенные, то есть верные. Воедино святую соборную апостольскую церковь, исповедуем на крещение в смерти грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. У нас на войне 14 человек погибло.
8 на фронте и 6 в концлагерях. Вот. Именно как евреи. В концлагерях совершенно конкретно. Бабий Яр киевский и там румынский какой-то еще лагерь был. Бабушка, мама про это рассказывала. Бабушка пошла на базар в 4 утра. Когда возвращалась с базара в 5 утра, бомбили уже. Она приходит домой, говорит, война. И дедушка мой прямо в первый день пошел в военкомат. И все, сразу на фронт. Много писем его сохранилось. Последнее письмо очень характерное. Очень короткое. Не дописываю письмо, ухожу в боль. Как оно кончается. Я одессит, я из Одессы. Когда я туда попадаю, я мгновенно с одесским акцентом начинаю говорить. Папа у меня там кончил университет, астроном. В общем, это был первый набор астрономов в Одесском университете. Потом на Северном Кавказе построили обсерваторию, самый крупный тогда в мире зеркальный телескоп, 6-метровое зеркало. И вот мы туда переехали, там мы 3,5 года прожили. Там я думал, что стану тоже астрономом, физиком и прочее. А потом переехали сюда. У меня быстро все получилось. 20 лет крестился, а 25 лет я священником стал. Вот этот храм Пучковский, Троицк-Любилыч, здесь были руины. Здесь недалеко овраг, который называли Пучковские горки, все на лыжах весь Троицк туда ходил. И после лыж мы через поле переходили и лазили по старым развалинам. Осквернено, конечно, страшно было. Какой-то там на месте алтаря там туалет кто-то устроил. Тут, ну, все так было загажено, противно, конечно, ужасно. Вот. И вдруг в какой-то момент вдохновились, а как же так, это же вообще-то храм был. Стали что-то как-то понимать на эту тему, что вообще же это храм был. Вот несколько было таких вот субботников, когда местные жители много чего тут делали. Ой, ну больше нет, ребят. Вот, а там вот котельная, очень такая мощная, на 300 киловатт. Ну, для нас это мощная, то есть и на храм, и на школу. Вот, здесь вот. Ну, гараж. Просто пока еще не используем предназначение. Двигается на 14 метров. И вот туда вот на крышу, когда мы строили школу, вот туда он подавал все материалы. Огромный у современных священников опыт строительный. Просто гигантский. И очень важный, ко мне приезжают вот батюшки. Вот мы будем строить храм или тоже школу, и все. Я там подробно рассказываю, какой цемент, какая штукатурка, почему, все, тоже важно. Какие покрытия современные есть, какие вредные, какие не вредные. Всеми это воспринимается как чудо Божие, что удалось все-таки эту школу построить, удалось эту землю выделить. Действительно, было несколько таких ситуаций, когда были вещи, именно чудеса. Например, икона святителя Луки Крымского Мироточила в тот день, когда нам действительно пришло разрешение на выделение земли. Ну, мы надеемся, что, конечно, школа должна и внутренне развиваться, потому что одно дело построить, это трудно, но гораздо сложнее именно учебный процесс, педагогический процесс. Вообще общий такой наш подход таков. Бог создал удивительный, красивый, интересный, разумный мир. И мы это узнаем, мы это изучаем на всех предметах. Жить священническое, оно очень трудное, вот чисто в таком вот в понятии земном, оно очень и очень трудное. Ну вот матушка, например, Людмила, говорит, что если бы мне тогда сказали, какая жизнь меня ждет, я бы там протестовала бы руками и ногами. Потому что действительно человек себе не принадлежит,
семье практически не принадлежит. Во время рукоположения, между прочим, обручальное кольцо снимают. Так что все очень серьезно. Священник очень часто сталкивается со смертью. Приходится причащать умирающих. При мне люди умирали, я уже не знаю, сколько раз, много раз. Несколько десятков раз прямо при мне человек умирал. И это большой внутренний опыт. Это и внешний опыт, который я другим священникам подсказывал. Например, говорил, имею в виду, что если человек скрюченный с какой-то болезнью, и вдруг его распрямляют, он сейчас умрет. Срочно его причащаем, он через несколько минут умрет. И вот в эти последние моменты человек раскрывается как-то очень удивительно. А когда человек почти в коме, вдруг ты видишь, что вы глазами встречаетесь, и он тебя понимает, и ты говоришь, закройте глаза, если вы меня слышите. Он закрывает, значит, он слышит. Я грехи назову ваши, вы в них каетесь, закройте глаза, если вы каетесь. То есть, и так далее. То есть тут очень такой тонкий момент, таинственный, вот это вот при отходе души священник присутствует. Была иногда такая формулировка, такая в древности, грехи твои, на вы и моей, говорили старцы. Вот. Но со своей вы этот старец мгновенно все Богу отдавал. Тут же. И ничего себе не оставлял уже. Ничего священник на себя не берет. Никакие чужие грехи. Нормальный священник этим не занимается. Это не можно, невозможно выдержать, как-то взять на себя все. Более того, красиво про это пишет отец Александр Шмемом, что говорит, не удивляйтесь, что священники могут не помнить ваши грехи. Вы приходите, помните, батюшка, я вам что-то там исповедовал. Он не помнит. Он это все Богу давно отдал, и он не знает твоих грехов уже. Я знал одного священника, как раз, который ни в коем случае не брал себе никаких духовных чад. Я не способен, я не могу, я там пьяница, я в ничем не спрашиваете, вы что, вот там ищите себе кого-то, я вот так служу и все. И очень много знаю людей, которые сказали, что именно этот священник им что-то такое важное сказал. Вдруг, так, неожиданно. По ходу дела. Он мне, кстати, первым предсказал, что я священником буду. С одной стороны, священник точно такой же человек, как другие люди. С другой стороны, он должен быть более святой, или, как говорят, более продвинутый там в чем-то. Вот. А с третьей стороны, он более грешный всегда. Всегда. Кому много дано, с того больше спросите. Правильно? Вот. Священнику дан большой дар, значит, за один и тот же грех он более грешен, чем другой человек. Одно дело мирянин раздражился, другой человек... И точно так же, как ты раздражился я более грешен, гораздо более грешен, потому что я священник. Вот и все. Чистая математика, арифметика. И моя бабушка очень долго не хотела креститься по той причине, что... Она говорит, ну как же, вот моя мама, и, то есть моя прабабушка, вот она же в концлагере погибла. И она святая, и она же не была крещенная. А вот эта прабабушка, она действительно спасла из концлагеря своих родственников. Двоих. Она молилась там. Так все засекла в какой-то момент, когда охрана там-то, залезете на дерево и сможете перебраться через проволоку. И мне кажется, вот благодаря смерти вот этой прабабушки и других, благодаря вот этим страданиям, которые многие принесли, вот это как-то, вот это сыграло духовно для нашей семьи, то, что я стал священником. Вот я там что-то призвание почувствовал, я там то и все. А вот как-то Господь к этому вел еще вот через вот этих предков, которые выстрадали. Ну, каждый по-своему возвращается. Каждый по-своему Христа находит. Это же Мессия, и наш, и общий, и всеобщий. Мы согрешили, что от Него отказались. Вот мы к Нему возвращаемся. Ну вот.